А, ты запустилась. Я уже думал, это не случится. А, так еще и не я вылетаю, какая милота. Ладно, давай за дядьку Абатура. Что у него тут интересного-то? Королева Роя. Бываю. Ну ладно, я первый походил. Походил или нет, я не понял. Ой, господи. Сейчас Чидор дам солнышко. Не надо. Что опять происходит? Ох мой. Хрена себе. И смысл разведку проводить никто не тебе объяснит? По-моему, и так понятно, что против нас кто играет. Кто против меня? Вот в чем вопрос. Ну, с командирами, конечно, есть свой интерес. Угу. Ни он, ни я не хотим нормально играть, да? Угу. Мы разведали друг друга. Так. Да ёпта, что опять происходит? Недостаточно минералов. Что здесь постоянно какая-то хрень творится, интересно. Так, у дядьки Абатура очень хорошие тараканы. Они умеют замедлять. Если я правильно помню. Разработка завершена. Ага, вот этот надо качать. Недостаточно. Разработка завершена. Так, значит, пошел королеву обижать. Ай-яй-яй. Ну, значит, так. Ой, я уже так давно не играл, слушай, что даже не помню, что тут к чему и как почем. Ладно. А для начала Т. Улучшаем королевку. Так. Да. Они замедляют, но почему они этого не могут замедлить? Вот почему вопрос. Я вот что-то не понял. Почему это на Феникса не действует? То есть он крутится как юла, да? Давай тогда переставим немножечко наших. Не проблема. Ты же знаешь, кто против тебя играет, смотришь сам. Ой, его. Так. Пожиратель. Абатур силен пожирателями. Кстати, о птичках. Недостаточно минералов. А, ну я сейчас против нового буду сражаться, вообще милота.
Погоди, новый мой противник? Нет, новый Абатур вместе пошли. Ни хрена не понял. Ой, ну конечно, невидимость один пошел. Кто бы сомневался. А, он проверял, нет ли у меня владыки. Все, доперло. Я-то думаю, а че он там у меня так пытается проверить страстно? Так, это его основное войско. Разработка завершена. Ну, помогает? Класс. Зачем мне это надо, если у меня есть вот это? Чувак, гидралов у меня нету. А у Батура есть такая интересная шняшка. Дави надо. Круто. Ладно. Недостаточно минералов. Так, ну я вот точно не помню, что толку от этой хрени. Блин, ну. Недостаточно минералов. Давно не играл. Минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Да ёпта, сколько она стоит-то? Ну да, он свою волну не может держать, получается, мне еще и Феникса надо как-то дрюкать. Как это сделать, вот вопрос, конечно, довольно-таки цивильный. Ладно, давай поставим еще один экстрактор. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Но разорители слишком много толку тоже нет строить. Две штуки хватит. Ага, он там построил флот. ЕМП один раз стукнули, кирдык. Вообще прекрасно. Да. Детки Артур еще могут все хилиться, да? Я вообще забыл, как играть, капец. Разработка завершена. Недостаточно минералов. Как-то здесь все не так, вот жутко непривычно. А тараканы этих сделают как нечего. Да, дядька, конечно, этот хорошо дает. Недостаточно минералов. Мутариски здесь. Кстати, а вот я сейчас туплю очень сильно. Вот как раз здесь муталистки-то и нужны. Против Феникса только муталистки спасут. У него, помни, ДПС-то нету? Нету. Сейчас мы муталистками здесь все перекроем нахрен. Кстати говоря.
Короче, этих толстых продавать вообще нахрен. Сейчас будем делать пачки муталистов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Здесь нельзя строить. Так, он со мной справился, что ли, так быстро? Нет, только я сейчас ухожу. Что ни хрена. Чё? Сейчас что наделаем? Тоже не проблема. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Я мутировать нельзя. Надо было сразу муталистку строить. Ну ладно. Затупили, друзья, затупили. Давай-ка воздушным войскам прокачаем фишку-флюшку, финтиплюшку. Фениксу кирдык. Я и забыл, что у него вот эти вот муталиски. Это тоже против Феникса просто имба. Недостаточно минералов. А вы больше ничем, не друзья мои, не справитесь. Сразу вам говорю. Может, еще одну королеву впихнуть. Пошли мои. Я забываю все это. Ладно. Так, три килки всего лишь. Маловат. Так, улучшаем атаку. Это не улучшу, да? Все, пока, ребят. Такой с толпой справиться нереально. А твою ж налево. И эти тоже работают только после того, как они... Ой. Да, карту и здесь поменяли. Я думал, хоть где-то бы успокоился. Ага, сейчас. А что, один выстрел ЕМП, значит ЕМП на людей работает крейсера, слушай, не знал. Для меня, коли честно, это новость. Тут такая тонна муталистов, что хрен тут справится. Я им тут устрою кучки на меч. Такой спам устрою. Недостаточно минералов. С этим козлом я больше ничем не справлюсь.
Феникс, чтоб ему. Недостаточно минералов. От всех крейсеров вообще нет толку. Пиздец, прикинь, какой прикол. Жесткий просто. Погоди, а как они со мной стали справляться, вот мне интересно. Их там так до хрена стал или что? Есть. Кого подлатать? Майл Зерк. Недостаточно минералов. Не совсем могу въехать. Да и пофиг. Я уже забыл, как играть тут этих командиров долбанных. Смотри, что творится. Это что сейчас было? Ты способность, что ли, какая-то? Я вот сейчас не понял юмора. Так, ладно. Недостаточно минералов. Так, это уже заработал, надо копить на следующий. Крейсеров крошат просто как сраных, блин, котят. Види, кто это там такой? А, Феникс, скотина, ты смотри какая. Он ему другое прокачал. Где это что? Граната, понял. Он ему прокачал на Фениксе кое-что другое, я понял. Он его поставил в разворот. Там у него две функции. Минералов. То есть крутилка, вертелка, перделка. Вот это вот помни ДПСилка. Недостаточно минералов. Там количество зарядов определенное. И все. Весь флот коту под хвост. Да. Прикольно. Не совсем. Минералов. Ну, тема. Недостаточно. Ну, давай минералов. Еще одного. Так, надо побольше бы тараканов построить, но бабла не хватает, очень плохо. Кто это такие вообще, кто-нибудь объяснит? Герой с подхилом. Ну тут хоть крейсера справились. Слушай, а кто так их пилит, блин, МПшками? Этот что ли чудик? А вот что-то понять не могу. Нет, эти пилят, смотри. Просто по-жесткому при том-то. Ну да. Пилят реально по-жесткому. Так, а у него какой еще брутали... А, так у него бруталийский есть.
И левик, вот его чем-то сила еще одна. Ну, ладно, пока будем копить. Будем делать леву. Или брут. Там можно бруталиска сделать. Я вот не знаю, сколько на эту хрень надо-то будет. Они держат Ямато, вы серьезно? Когда это они стали держать эти хрени Ямато? Не, нифига себе прикол. Кстати, друзья, напишите, а когда они реально стали Ямато держать? Я вот что-то такого не помню вообще ни разу. Они никогда не могли Ямато держать. И тут друг на тебе. На твой счет. А, его нельзя. Ну раз нельзя, так нельзя. Что-нибудь изучить тоже нельзя. Ну, блин. Ну пошли бруталисками, что я могу сказать еще. Прости, это я ошибаюсь, как он стоит или нет? Нет, походу я не ошибаюсь. А что он такая дорогая сволочь-то? Я надеюсь, он себя, конечно, оправдает. А какую цену? Дороже крейсера стоит, ёшкин-то кот. Очень дорого. 575. Это охренеть можно. Кто такие цены придумывают? Но я даже бруталисков не попробовал. А, у них еще там притом-то один вышел. А здесь, если один выходит, это довольно-таки печальная история. Дай-ка я посмотрю, когда он вышел. А он не выходил. Хотя ладно, это не важно.